Ты посмотри, 1400 FPS! Чего? Хочешь заработать 200 рублей? Мой компьютер, дальше правая кнопка мыши, свой. И тогда все настройки сохранятся и FPS твой взлетит. Эй, здорово, дружище, с тобой Серега Сайбербанана. В этом видео мы будем повышать твой FPS. Начнем с самых простых способов и перейдем к более сложным. Давай договоримся сразу же. Если тебе все зашло, если FPS твой поднялся, подписка, лайкусик и комментарий, насколько FPS поднялся. Ну если нет, то обязательно дизлайк и пиши, что ни хрена не работает. Я буду знать, что мне исправить. А возможно и наоборот что-нибудь еще полезное расскажу. Все, дружище, начинаем просмотр, но перед началом спонсор. Перед вами сайт HellStore. Работает с 2015 года, а это означает 5 лет этот сайтик радует нас. Тут есть два режима игры. Первый — это coin flip, это подбрось монетку и шансы 50 на 50. И второй режим — это классик, это сколько ты денег поставишь, ну и такой процент ставки у тебя и будет. Давай, кстати, по коину и покатаем, точнее по классику. Залетаем сюда, нажимаем ставка, выбираем несколько предметов и поставим. 14 секунд до конца. В принципе, 62% на победу. Надо ручки натереть. Поехали, 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 поехали. Давай мое лицо. Звучит как ни странно, но я его хочу сейчас видеть. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай. Да ну куда, ну близко было. Я-то ладно, для тебя подготовил сюрприз. Зайди на сайт HellStore, введи промокод Cyberbanana и получи ништяки. Ссылочку найдешь в описании. На моем канале очень много видео касательно повышения FPS. Пройдусь по самым важным вещам, которые нужно пройти, а потом уже к способам. Ты должен удалить Counter-Strike полностью, удалить все файлы и папки, которые там есть. Также свой конфиг, либо вообще существующий, который конфиг у тебя есть, также удалить, либо поставить мой, либо катать пока на дефолтном, а потом его доработать. Потому что очень много захламывается со всякими подкачками и прочей ерундой в Counter-Strike. Также зайди в пуск, правой кнопкой мыши нажми туда, найди диспетчер задач, найди автозагрузку и там абсолютно все отключи. Оперативная память у тебя подразгрузится и будет намного лучше твоему компьютеру, не только в контре, а вообще в целом. Также зайди в сам Steam, найди кэш и почисти его. Ничего сложного, найдешь в загрузках, там все просто. Ну все, в принципе, такие основные аспекты прошли, теперь давай перейдем к самому первому способу, а их будет 3. Поехали. Как вы все знаете, есть несколько видеокарт, которые одна встроенная, вторая ту, которую ты купил и вставил в компьютер. И бывает такое, что драйвера не обновлены, и что получается, ты катаешь на встроенной видеокарте. Недавно так было с моим подписчиком, говорит, у меня хорошая видеокарта, почему у меня FPS 30, что за дичь? 30, кстати, с такой видеокартой, это тоже нормально. Поехали, покажу вообще, о чем речь, и, ну, рекомендация, ребят, обновите абсолютно все свои драйвера. Итак, заходим в мой компьютер, дальше правая кнопка мыши, свойства. Дальше летим в диспетчер устройств и находим видеоадаптеры. Посмотри, что у тебя тут. Есть ли восклицательный знак и на какой видеокарте вообще ты катаешь? Отключи лишнюю, особенно на ноутбуках, кстати, такая тема часто. Отключаешь одну видеокарту, на второй, на основной своей катаешь. Все, проблем не будет, у тебя FPS-ик сразу взлетит. Перепроверь это, а мы летим ко второму способу. Хочешь заработать 200 рублей? Все, что нужно, подписаться, поставить лайк, написать любой комментарий и найти себя в следующем видео вот здесь. А с прошлого видео вот этот парень забрал бабки. Сейчас буквально несколько манипуляций сделаем. Отключим кинотеатр, оверлей и прочее, чтобы это в личности не нагружало твою оперативную память. И также совместимость поправим. Итак, сначала нажимаем на Steam, после чего библиотека, после чего Counter-Strike, правой кнопкой мыши, и свойства. Здесь мы убираем включить оверлей Steam в игре, и игровой кинотеатр в режиме виртуальной реальности мы отключаем. Теперь закрыть. Опять нажимаем на Counter-Strike, дальше летим уже в управление и посмотреть локальные файлы. Смотри, здесь находим ярлычок вот этот Counter-Strike, нажимаем на него правой кнопкой мыши и теперь летим в свойства. Тут находим совместимость, сейчас чуть-чуть подвину. И смотри внимательно, отключить оптимизацию во весь экран. Плюс изменить параметры высокого DPI. Нажимаешь и переопределить режим масштабирования высокого разрешения. Все, окей, применить. Окей. Идеально, второй способ закрыт. Летим к третьему, самому, наверное, важному, рабочему по сей день. Ладно, не буду, поехали. В одном из прошлых видео я рассказывал про карту Benchmark. Она действительно повышает FPS, но я там забыл рассказать, что нужно прожать рекомендации и после чего нажать сохраниться. И тогда все настройки сохранятся и FPS твой взлетит. Давай прямо сейчас это сделаем. Ссылку ты найдешь в описании как раз к этой карте. Там просто нажмешь подписаться и все, она у тебя будет в подписках. Дальше нажимаешь играть CSGO, карты из мастерской и нажимаешь FPS, бенчмарк, начать. Поехали. Тут выбираешь любого персонажа, начинаешь двигаться вот к этой табличке. И вот здесь написано все, что нужно сделать. Ты нажимаешь сюда, 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 много раз сказал сюда.
Вот, чтобы у тебя так все загорелось зелененьким. После чего нажимаешь сейв. Все, готово, братик, у тебя все работает. Ты можешь пройти здесь старт, а можешь, в принципе, уже проверить, сколько у тебя FPS есть. Давай зайдем на карту FPS и посмотрим, сколько в итоге FPS появилось у меня. А ты потом обязательно, как я уже говорил, напиши в комментарии, сколько FPS у тебя стало. И также обязательно поставь лайк и подпишись, если действительно у тебя это все сработало. Поехали смотреть FPS. Ссылочку на эту карту я тоже оставлю в описании. Хорошая карта показывает, насколько на самом деле у тебя есть FPS. Летим. Начать. Итак, я выбрал свои настройки 4:3, 1152/864 и поставил все низкое. Вот такие настройки вы видите перед собой. Естественно, FPS-ик уже видно, там 900, но... Ребят, хочу вам сказать о том, что 900 это просто предел Counter-Strike. Если мы зайдем в уголочек и спустимся вниз, а дальше пропишем show FPS, посмотри вот туда. Ты посмотри, 1400 FPS! Чего? Ты прикалываешься? Ты посмотри, 1400 FPS, куда ни посмотри, это просто мясо. Столько FPS у меня никогда не было, ребят. Способы действительно работают. Проверю у себя сколько. И FPS, как и говорится, смотри, как пишется. CL Show FPS 1. Это узнать настоящий свой FPS на данной карте. Идеально! Ну а если тебе понравилось видео, обязательно поделись им со своими друзьями. Мне будет дико приятно. Также новые люди ко мне придут на канал, и кому-то я помогу. Все, дружище, пока-пока. Посмотри вот это годное видео. Тоже зачетная тема.